уникальное предложение только сегодняшнего дня. Это самая комфортная обувь. На несколько веков она у нас была и остается. Это мокасины. Вы только представьте, что тотальная ликвидация на Shop&Show и наши хиты прошлого года со скидками до 80%. И вот главный товар дня – мокасины. Тренд весны и лета 2021. По самой выгодной цене – натуральная кожа. Во-первых, знаешь что? Они были последний раз у нас 9 января. И было продано более 6000 пар за несколько минут, и у нас было присоединено более 500 новых телезрительниц. Представляешь, какой ажиотаж сейчас вот начнется? Вот это да, действительно, могу себе представить, ведь это ваш любимый легендарный бренд Кюмфо by Вилмар. Что такое Кюмфо? Это специальная фэшн-урбан линейка легендарного бренда Вилмар. Особенность бренда в том, что мы всегда здесь видим изделия из натуральной кожи. И, конечно же, преемственность бренда – это уникальная колодка от Вилмар, которая разработана при помощи 3D-моделирования. А значит, здесь абсолютно исключен человеческий фактор. Я уже вам сказала в самом начале, что мы имеем дело с натуральной кожей класса люкс. Это нежнейшая, мягчайшая телячья кожа. И, конечно же, натуральная кожаная стелька, которая съемная. Это всегда у нас с вами повышает сегмент нашей именно гигиены. И, конечно же, невероятный стиль. Мокасины – это обувь, которая признана самой удобной в мире. Мокасины сегодня переживают свое второе рождение, несмотря на то, что известны уже, знаешь, с 1252 года. Вот так вот, друзья мои. Но и при этом мне очень нравится, что они удобные. Давай замерим нашу подошву. А давайте прямо действительно, прямо сейчас замерим подошву и посмотрим. Итак, высота нашей подошвы 4 сантиметра. То есть вот оно, возвышение в пяточной области. Это значит, что мы разгружаем суставы, разгружаем позвоночник и становимся немножечко выше. И подошва у нас не простая, подошва перекатная. А значит, мы максимально заботимся о суставах, о ножках и о нашем здоровье в целом. Но это тренды, и об этом рассказывает нам Мария Никулина. Маша владелица собственного бутика модной одежды и обуви, поэтому она знает все ответы на самые каверзные вопросы и о моде, и, конечно, о стиле, о том, как подобрать свою идеальную пару. У нас представлено 4 цвета на выбор. Белоснежный, очень красивый цвет, знаешь, цвет чистоты. Вот у меня Маша в скуку будет выходить замуж летом, моя дочка, твоя тезка. Вот представляешь, она после торжественного, например, церемонии как раз наденет такие вот. Абсолютно легко она может это сделать. Действительно, был у нас цвет белый, дальше вы видите цвет красный, цвет страсти, цвет яркости, огня и любви, конечно же, подойдет для ярких натур. Выбор Елены Дмитровской, цвет темно-синий. Обратите на него внимание, мы с вами его хорошо знаем. Цвет миллионеров, между прочим. Да, это сапфировый цвет, цвет миллионеров, как ты любишь его называть. И ты знаешь, темно-синий – это второй черный, всегда составит идеальную… Ну вот как раз твой черный цвет, вот как говорила Коко Шанель, черный всегда прав. Да. Ты выбрала черный под свои кожаные черные брюки, смотрится эффектно. Спасибо. Мне нравится, что здесь еще и монохромная подошва, красивый кленовый листочек и бантик. И самая комфортная обувь – это мокасины, натуральная кожа и невероятная цена, которая действует в день тотальной ликвидации. Только представьте, новая коллекция, а уже у нас скидка 65%, 2499 рублей. Ажиотаж накаляется в колл-центре, и мы уже спешим выбрать размеры от 36 до 41. Машуль, как выбирать? Расскажи, пожалуйста. Ну, наши уважаемые телезрители уже знают хорошо, что если мы видим бренд Кюмфо by Вилмар, это уже автоматическая подсказка, что здесь мы выбираем размер в размер. 28,5 сантиметров обхват стопы нашей очаровательной модели Марины. Мы с вами видим и хорошо знаем, что у Марины два перелома стопы, высокий подъем, формирующийся вальгус, 39 размер ноги. На свой 39 размер Мариша выбирает 39 размер мокасинов наших Эвредика. Вот вы видели, как они нежно обнимают ножку, как они приятно подстраиваются под стопу. И поэтому такую же рекомендацию я даю и вам. От 36 до 41 размер. Слушай, в размер. Главное торопиться, потому что остается очень мало времени. Остается у нас с вами невероятный ажиотаж в колл-центре. 2499 рублей за мокасины из натуральной кожи. Знаешь, у меня мама работала главной сестрой поликлинического отделения. Она разносила лекарства по кабинетам. Тяжелая работа на ногах, но при этом и должность, которая соответствует, должна статусу. Поэтому обязательно должна была быть кожаная обувь, но она такая дорогая в магазинах всегда. Ты знаешь, мне очень нравится, что бренд Кюмфо by Вилмар, философия бренда в том, чтобы всегда использовать самые современные, самые технические
технологические материалы, при этом создавать, позволять себе, скажем так, достойную, именно доступную цену. Мне очень нравится натуральная кожа, сырье, которое использует бренд. Во-первых, обратите внимание, ваша любимая бесподкладочная технология. То есть внутренней стороны ножку будет обнимать нежное прикосновение бархата, которое вы так любите. И, конечно же, бренд Кюмфу использует только современную кожу телячью. Она невероятно мягкая. И благодаря растительному дублению становится еще мягче. А значит, ножка ваша чувствует комфорт максимально. Слушай, но белый цвет, вот ты сейчас держишь в руках, да, я правда обожаю. Подумала про медиков. Ну, а если вот я, например, надену, выйду на улицу, я в лужу в первую сразу вляпаюсь, это ты, точно. Ты знаешь, действительно, я не могу вам гарантировать отсутствие луж, но я даю гарантию идеальной белой обуви. Посмотрите, благодаря этапу жирования, который проходит натуральные кожи, растительное жирование еще на фабричных условиях, наши балетки, наши мокасины остаются абсолютно износостойкими к любым погодным неполадкам, скажем так. Посмотрите, вот я испачкала обувь, и вода, и грязь просто отскакивают. Mm-hmm. Эффект как с гуся вода. Вот это правильно, тем более сегодня цена невероятная, 2499 рублей. Это идеальный шанс сделать первый заказ на шоп-н-шоу именно в эту минуту. Ну, ты уже услышала, да, я поменяла фамилию. Ты знаешь, сколько мы меняли документов, паспорта, вот это все, ага. ННН, страховые, столько исходили мы коридоров, инстанций, у меня ноги болели все. Где были эти мокасины? Почему я тогда их не надела? Ты знаешь, действительно, эта обувь подойдет для тех, кто любит динамичный образ жизни. И за ваш комфорт и за ваши ножки будет отвечать еще и натуральная кожаная стелька. Причем, обратите внимание, стелька у нас здесь с вами непростая. Вот я хочу достать ее, чтобы посмотреть на нее поближе. Посмотрите, стелька у нас идет с поддерживающим пяточным элементом. Как раз вот оно, Лен, посмотри, ложе для пятки, для того, чтобы не чувствовать никаких неприятных ощущений. Плюс пяточный амортизатор, который будет помогать гасить ударную нагрузку. И, как всегда, все, что связано с брендом Кюмфу, это всегда самое идеальное качество. И самая лучшая цена, потому что весной такие мокасины будут стоить сколько? Около 7 тысяч рублей. У нас есть белый, красный, синий, черный. Цена невероятная, цена тотальной ликвидации. Успейте позвонить.